Грузия чтит память погибших в пятидневной войне. 8 августа, 9 лет назад, началось российско-грузинское военное противостояние. Тогда Москва поддержала сепаратистские группировки в Абхазии и Южной Осетии. Российский президент назвал эту операцию принуждением Грузии к, ми, Грузии к миру. В результате грузинская армия потерпела поражение. Погибли несколько сотен военных и мирных жителей. А Россия признала самопровозглашенные республики. Сегодня в память о погибших на всей территории Грузии приспущены флаги.